Южноуральцы проголосовали за перенос автовокзала Дворца спорта «Юность». Опрос проводился на сайте «Активный житель 74». В нем приняло участие более 2000 южноуральцев. Сколько за, сколько выступили против, расскажу подробнее. Итак, большая часть горожан, а именно 72%, проголосовали за перенос автовокзала. Почти 25% высказались против и просят оставить его в центре города. Остальные полагают, что такие решения должны принимать компетентные органы, точнее специалисты. Результаты опроса передадут в правительство региона. Куда и когда перенесут автовокзал, окончательное решение примут там, так как полномочия по перевозке по транспортному пассажиропотоку перешли к региональным властям. В соцсетях жители уже пишут Алексею Текстеру пожелания и просят вернуться к старой схеме, которая существовала до 2011 года. А именно тогда пассажиропоток распределили между северными воротами на Цверловском тракте 1, станции Южная, расположенные на Блюхера 45, и южными воротами у Синегорья. Не исключено, что найдут и другую площадку для вокзала на выезде в Екатеринбург или на Троицком тракте.